Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А то не повернулся, да не видно, как мы сидим. Матфея 10 глава, 1 стих. Да. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Толкование блаженного Феофилакта. Избирается 12 учеников по числу 12 колен Израилевых, ибо к ним он послал их прежде, хотя и мало их было, так как и вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал он им силу чудотворений, дабы, удивляясь чудесами, они приобрели внимательных к своему учению слушателей. Ну, тут ничего не толковать не надо. Понятно. Да, но в это верили, что интересно. Одно время столкнулся с таким делом, что некоторые обращаются из турок христианство-то, а крещение не принимают. Говорят, а мы, говорит, крещеные. Почему? А у нас, говорит, дети очень часто бесноватые. Ну и узнали, что если ребенка крестить, то ребенок этот и освобождается от беснования. А когда вырастает, получается мусульманин крещеный, а к вере никак не приводит. Они его обрезывают, мусульманским законом учат. А это тогда, когда узнали, то оказалось, что это крещение признать недействительным. Вот тебе я и верим в единое крещение. Просто, Милоша, считаешь, и мы многого не знаем. А когда узнаешь вот это видишь, что смотреть надо за этим. Да. Матфея 10 глава со 2 по 4 стих. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Толкование. Евангелист исчисляет имена апостолов ради лжеапостолов. Наперед поставляет он Петра и Андрея, так как они и призваны прежде других. Потом из сынов Зеведеевых Иакова поставляет прежде Иоанна, потому что он исчисляет апостолов не по достоинству их, но просто как пришлось. Заметь смирение Матфея. Себя поставил он после Фомы, а когда дошел до Иуды, не сказал «этот злодей, этот враг Божий», но назвал Искариотом по его отечеству, ибо был и другой Иуда, называвшийся Левием и Фаддеем. Таким образом, были как два Иакова, один Зеведеев, другой Алфеев, так и два Иуды, Иуда Фаддей и Иуда Предатель. Симонов же было трое, именно Петр, Канонит и Предатель, ибо Иуда Искариотский назывался и Симоном. Тут вопрос об Иуде. Так он был или не избран? Или просто так пристал? Избран, избрал. Значит, Иуда избранник Божий. Тут его выбирать не надо. Раз избрал, значит, избранник. Так его избрал Господь для какой цели? А когда говорил, что сядете на 12 престолах, Иуда там был, это относилось к нему или нет? Понимаете, даже такие вопросы сегодня ответить не могут. Да, говорил, да, имел в виду, но он это потерял, достоинство свое. Отпал. Это я говорю к тому, что часто люди не смотрят самый корень. Вот о царе Кире, языческом завоевателе, Исаия 45 глава 1 стих говорится, скажи помазаннику моему Киру, помазанник, по-гречески стоит Христос, как языческий царь и Христос избранник, да, он дал свободу народу Божию. Так тогда получается, те, которые к народу Божию так относятся, что они, помазанники? Несомненно, так как и Горбачев Михаил Сергеевич, при нем от церковь получила эту свободу. Никак не могут понять. Ну а Валаам, сын Виоров, он чей был?
Ну, по Слову Божию, смотри, кем он был. Он упоминается в Новом Завете 3 раза, и все отрицательно. За что? За мзду. Иуда. В богослужебных даже текстах встречается упоминание о нем. Недугово, сребролюбием. То есть это недуг был. Он таким не был. А этот, об этом написано о Авлааме. И Дух Божий был на нем. И он стал говорить Духом Божиим. Так чей же он был, когда на нем Дух Божий? Кир не говорил. А этот говорил. О иудиных пророчествах мы не знаем. А Авлаама узнаем. Вижу звезда от Иакова. Звездой учахуся. Так кто он был такой? Он изрекает удивительные пророчества о целых нациях, о народах. Что их ждет? Какие они будут? Чей он этот Авлаам? Когда мы неоднократно видим, что этот человек говорит Духом Божьим, но не недугово сребролюбием, как Иуда, и пал, отступил. И чем он же был Валаам? Ну, по словам Божьим видно, он сосудом Божьим был. И Бог посылал его, и даже ангел явился и сказал, иди, и что скажет, будет сделано. И то удивлялся Валаак, я тебя призвал проклинать, а ты благословляешь. То есть навел на него Бог страх. А за это сребролюбие он погиб. А где он в вечности находится? Да нигде не написано. Зачем гадать? Мы не знаем. Но он изрекал пророчество, движимый Духом Божиим. Это человек с открытым оком. Это мне нападает. Вы берете название книг «Открытым оком», а они сказаны-то кем? Да кем бы они ни были сказаны. Они хорошие. В контексте смотреть надо. А в контексте видно, что он падает, говорит, муж с открытым оком. То этот человек понимает, духовно понимать, что я пал, есть возможность раскаяться. Ничего не понимают. Доказывать не надо, надо просто считать Библию, считать и молиться. А кто такой Иофор был, тесть да, этого Моисея? Так он мудрый был или нет? Да если учил самого Моисея, наверное, мудрости хватало у него. Моисей разбирался до самого последнего. Сидел на солнце, пекся там. А он увидел и говорит, зачем? Ты поставь 1000 начальников, губернаторов, мэров, председатель сельсовета, судей мировых там, ну и пусть они судят. А ты решай такие государственные дела, важные там, совсем уже без себя никак. И он это увидел. Так на нем кто был? А какой нации он был? Да мы не знаем, какой нации был еще Мельхиседек, а он прообразовал самого Христа без начала, без конца, без рода племени. Видите, какие глубины открываются. Однозначно рубить так. Мельхиседек это не еврей, поэтому он не благословленный был. А зачем же Авраам ему десятину-то отделил? Что, Авраам совсем не понимал, кто перед ним? Священник Бога Всевышнего. Притом речь шла, что он одновременно царь и священник. Глубокие мысли нам открывает Писание, которое растолковывает святые отцы. Далее. Матфея 10 глава с 5 по 7 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите». И в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Толкование. Посылает их прежде к иудеям, дабы иудеи не имели повода говорить. Мы, иудеи, не уверовали потому, что посланы к язычникам. Так он делает иудеев безответными. Самарян ставят рядом с язычниками, так как они только жили в Иудее, а были вавилоняне, и не принимали пророков, а только 5 книг Моисеевых. Книгу Бытия, Исход, Левит, Чисел и Второзаконие. Под Царством Небесным разумей будущее блаженство. Господь вооружает апостолов чудесами, говоря... Толкование закончилось. Понятно. Надо Священное Писание не просто считать, а вдумываться в это, входить в глубинный смысл. Не видел того глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Вчера ко мне подходят две прихожанки и спрашивают. Ну, я знаю, связь есть с другими религиями. Вот. Так это говорится о чем? Это... Да как о чем? О будущем царстве, о рае небесном, о вечности. А это не относится к тому, что мы верующие не знали, что нас ожидает. И вот когда человек уверует во Христе, такое открывается. Да, духовно мы можем это принимать. Но там прямой смысл, что Бог приготовил любящим его. А речь идет о загробной участи.
Да, переносно мы можем это понимать. Вот так. 8 стих. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Толкование. Ничто так неприлично учителю, как смирение и нестяжание. Не превозноситесь тем, что имеете такие блага, и раздаете их, ибо вы получили их даром, по благодати. Но со смиренномудрием соединяйте та же и нестяжание. А чтобы совершенно исторгнуть корень всех зол, говорит. Видите, нестяжательность и смиренномудрие. Какие качества? Так легко это принимается. Сказал бы, всегда одерживай победу. Говори так, чтобы неотразимая сила слов твоих была. Этого нет. Не знаешь, молчи. И этому ты можешь научиться от язычников даже. Из литературы. Считай Чехова. Там много примеров таких, да и у Достоевского. Смиренно-мудрый, он наследует все. Ну, а ты мог ему ответить так, чтобы они замолчали? Господь не мог это ответить. Причем тут я. Я вообще не знаю этого. Вчера вот ночью, ну, сижу тут, много закачки идет, большие у меня материалы. И вот прислали мне такое, что я не знаю, насколько это достоверно, там, верить. Вот, просит книги выслать. Ну, хорошее дело, книги выслать. Вот. Но он не просто просит. Я думаю, а кто он такой-то? А у него расположение такое невероятное, там, слышал. Я знать про это не знаю. Преподаватель философии в университете. Близко знаком с Андреем Кураевым. Ну, это уже ясно, что человек имеет общение с верующими. Как Андрея называет, всероссийский диакон. Всея Руси. Вот. И диакон вас считает самым выдающимся проповедником на Руси современности. Ничего себе, хватил куда. Да какой я проповедник? На безрыбье и рак рыба. Нет, он всегда... Ну и я, когда преподаю, почти все время говорю, как пишет там Игнатий Лапкин, как говорит и как вам приехать. Вот это да. Знать не знаю ничего. Мне до того... Ну, я уж не говорю смешно тут. Может быть, не смешно, а плакать надо. Вот. Ну, что-то люди находят. Вчера из Америки были, мы твоей книгой пользуемся, и там находим созвучное где-то. Ну, Господь так делает. Вот через эти книги как раз демоны-то изгоняются, сектантство всякое, вот особенно ваше, когда вы беседуете. А сектанты вчера считают, а кто такие сектанты по-вашему? Что, все верующие это сектанты? Я верю в Бога, я... Ну, верит и... Мусульманина, буддист верит. Сектанты все, у кого нет священства. Простое изречение, абсолютно очерчено. Не к сектантам относятся православная церковь, католическая, григано-армянская, коптская и сирская. Все. Все остальное до единого человека сектантство. Так это может ереси не быть. Ересь уже в том, что нет священства рукоположенного по хератоне от апостольских времен. Не могут выразить даже. Священник вас спрашивает, говорит, что самое ценное в православии? Еще самое ценное. У других-то нет, у нас мощи чудотворная. Мощи. Вся мощь в мощах. Да нет же, конечно. Самое ценное это вы. Вы. Что есть у нас священство, значит есть таинство, есть литургия, ну и все остальное. И толкование святых отцов и соборы. Вот самое наиценнейшее, что у нас есть. А все остальное, если у нас исчезнет. Мария Магдалина, она без икон молилась. Это египетская. 47 лет. Что ни назови, без этого можно обойтись, а без этого никак нельзя. Без этих священных рук, Иоанн Златоуст говорит, нет отпущения грехов смертным. Вот мы считаем вот этот текст, вложи эту мысль, и он совсем по-другому тогда раскрывается. И для чего нужны были апостолы, для чего они рукополагали. А апостолы пришли бы куда-то, ну были такие, которые пришли, уверовали, а теперь... Сами себе нарукополагали, как этот. Приехал бы эфиоплянин домой, и начал бы рукополагать, себя провозгласил патриархом или папой, евнух крещенный. Ну и что, признали бы апостолы? Конечно, нет. Когда крестил его, это диакон крестил. Диакон. Это не апостол. В других местах считаем. Дальше. Матфея 10 глава, с 9 по 10 стих.
не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Толкование. Приготовляйте к самому строгому образу жизни. Посему запрещает им всякое попечение об излишестве и всякую заботу. Не позволяет носить даже жезла. Это верх нестяжания и сильное побуждение верить учителю нестяжания. Будете питаться от учеников своих. Они обязаны оставлять вам это, как делателям. Впрочем, достоин пищи, а не роскошного стола. Ибо учителям не должно насыщаться, как тельцам упитанным, а есть столько, сколько нужно для поддержания жизни. Ваши комментарии. Давай дальше. Комментарий Игнатия Лапкина. Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников за свои труды. Учителя будут получать учеников за свои труды. Но сейчас, так как учителя-священники не учат, и ученики, то есть православные прихожане, добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждены продавать то, что получили даром, благодать, и требуют деньги за таинство, требы и молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что у священников в этом вопросе полная монополия. Впрочем, прихожанам та же торговое отношение нравится. Заплатив, ты больше ничем не обязан ни попу, ни церкви, ни Богу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ней следует отлучение от церкви. 23 правило 6 Вселенского собора, 100 глав, 44 правило, 45 правило. Все закончено. Ну все, сейчас толковать. Достойно, чтобы кормили их, не то, чтобы они жаровали и не знали, куда деньги деть. Простые слова, их пища простая должна быть. То есть укорачивает прихоти-то. Дальше. Матфея 10 глава с 11 по 13 стих. «В какой бы город и селение не вошли вы, наведывайтесь. Кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Толкование. «Не ко всем велит входить, дабы, сообщаясь с недостойными, не навлекли на себя нарекания. Если же станут входить к одним достойным, то, конечно, будут и пропитаемы ими. Далее повелевает пребывать, а не бродить из дома в дом, дабы не стали говорить об них, как о чревоугодниках, и дабы не подвергли оскорблению тех, которые примут их в первый раз. Под приветствием и миром разумей благословение, которое обыкновенно остается на одних достойных. Познай же отсюда, что главным образом дела наши доставляют нам благословение». Даже вот это люди не знают. Я приехал, ну, там река разлилась в одной окрестности Пензенской области, а принял меня многодетный. Он такой добродетельный был, но дома-то поселиться даже негде-то. Но я уже уголок нашел, где матрас положить. Вот. А потом-то уже ознакомился, на следующий день, в воскресенье, другие стали приглашать, у нас места много. Я говорю: а вот Евангелие вы считаете, считаете, не переходите из дома в дом, как сластолюбцы, там больше кормят. Да вы что? А у нас это никак не объясняется даже. Да так, я не имею права переходить, я уже призван быть у него здесь. Я у него остался и прожил, не знаю, полгода или сколько. Столько благословений там было. Вот. У него трудности были в семейной обстановке. И труд нужен был мой там, а я молодой, крепкий, здоровый, спортивный, там и подвалы, и ограды, и, ну, все, что нужно ему было, начал строить-то. И жена его была сильно ко мне расположена, мы всегда молились с ней. А он такой какой-то, не очень к этому-то. И вот в это время у нее четвертый ребенок, она беременная была, должен был родиться-то. А врачи сказали, она не может родить, какие-то у нее там недостатки обнаружили. И потом приехал, это у баптистов было в Пензе, приехал врач,
опытный врач с Туркменистана, кажется, с бородой, такой приятный. Он ее определил, тоже баптист. Осмотрел и сказал, рожать ей нельзя. Поэтому тут надо или ребенок, или она. Она пришла, плачет, Марфа звать. Игнашенька, что же мне делать? Мы склонились молиться, я чувствую сердцем просто. Я говорю, Марфа, ты доверься Богу. Умрешь, как мученица будешь. А не умрешь, значит, ребенок был, ты его спасла. И она родила его, четвертый ребенок. А после этого родила еще семерых. У нее 11 детей было. Вот все врачи оказались посрамленными. А почему? Мы с ней вместе склонялись, плакали и молились. Она хорошая, мордвинка, кажется, была. Просто хорошая. Вот. И вот видишь как. Приняли тебя в какой дом? Не переходите из дома в дом. И на этом вот Господь сотворил такое. Так ребенок родился, его Павлом назвали, Пашей, и звали, это Игнатьев ребенок. Это он его спас. А другие-то, не понимая ничего, они всякую пакость могли думать. Вот. Я знаю, что сила Господних слов достигает иногда не сразу, но надо их любить. Я даже не знаю вот, десятину. Первый день услышал о десятине. И я не знаю, я не платил, не... первый раз услышал, но почему-то сердце мое полюбило эту десятину для Бога и то другое. А я могу и две, можешь и две платить. Я принял решение платить 9 десятин буду. Ну, глупый совсем. Ну, 9-то тебе из сотни 10 рублей, это еще будут. Но Бог сделал так, что я полюбил сказанное слово. Ну, никому не сказанное внутренно. И 50 лет прожил вот в этом настрое. И поэтому всегда на двух, на трех работах приходилось работать. Разваливаться-то не приходилось на кресле. Это Господь делает. Ты только полюби Библию, полюби ее. И молись, когда открываешь. Молись во время чтения, останавливайся, помолись. Открой мне тайный смысл. Тем более я православный. Толкование святых отцов старался узнать, законспектировать. Я просто делюсь опытом. Даже вот этого не знают ханжи. Начинают, а чего вы хвалитесь? Хвалящийся хвались Господа. Написано, хвались, повеление. Я хвалюсь, что я знаю Господа. Что это Его Слово. И зная это, я никогда, нигде не произнесу ни одного хульного слова на еврейский народ. Это первое благословение. И заканчивается оно десятиной. И поэтому у меня все обильно, преизобильно, все, абсолютно. Имея минимальную пенсию, мне работу-то не давали на работе, где по моей специальности, а только сторожем и во вневедомственной охране в милиции. А у меня все. Я ворочаю не чем-то, а миллионами. Миллионами, но рубля нету, как на книге. Я, вот она на выходе, вдруг новые банкиры, евреи помогают, книги выкупают. Вот только в нынешнем году, вот сегодня у нас 13 октября 2013 года, только в этом году мы подарили на 4 миллиона книг, проезжая по странам дальнего зарубежья, 15 стран прошли здесь. И вот отзывы идут в интернете. Вот так. Матфея 10 глава 14-15 стих. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Толкование. Они должны были по воле его отрицать пыль в знак того, что там ничего не взяли, по причине неверия людей, или же во свидетельство того, что они совершили дальний путь и между тем без пользы для них. Посему содомлянам отраднее будет, нежели сим неверующим. Ибо содомляне, быв наказаны еще здесь, там наказаны будут уже гораздо легче. Ну вот пыль, а что это пыль? Пыли-то? Ну и пыли-то подметем за вами-то. А вот я думаю, тогда смысл заложен был не, даже не тот, что нынче. Вот следователь, когда разбирает человека, был он на том месте или не было, там по частичкам находит, как в плащанице, считает плащаница Христова. Какая пыльца, она в какой местности растет, это растение. Так глубокий анализ, так и этот, что на моих подошвах, на одежде моей есть пыль вашей местности, а пыль каждой местности, она особая. Я скажу, не был, да как, вот оно исследование показывает. Были мы там, мы приезжали, а вы не приняли. У нас есть такие места, где не приняли.
не приняли не благодаря чему-то, а благодаря ненависти. Вот если нас не приняли, допустим, ну, 444 пункта приняли, это у нас было. А в десятерых не приняли. И не приняли в основном вина только священников патриархийных, лютых волков, не щадящих стада. В глаза не видал ничего, но он клевещет и всячески поносит. А те ничего не знают. Милицию вызывают, а милиция ничего не находит, проверить документы нормально. То есть они стараются именно монополизировать сознание людей. Книги не берите без их цензуры. И кто ставил-то цензорами-то? Это я говорю против Конституции. Никто, Попов, не ставил цензорами книг, нигде, ни в одной библиотеке. А вот мы заключили договор, беззаконный договор ваш. Это правитель ничего не знает. Но если знает, видимо... мимо пропускает. Вы что делаете-то? Там у вас всякие-всякие книги и всякие развратные писатели. Там кого только нет. Все там есть. И Гарри Поттер, и что хочешь. А книги, в которых... Вот у меня в одной книге, если открытым оком 30 томов, только в каждой книге примерно 3000 выдержек из Библии. Полностью, с местом указания откуда. Это ты считаешь, надо убрать, сжечь. Ну что, безумие. И Бог видит. Да. Матфея 10 глава 16 стих. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Толкование. Господь вооружает их чудесами, обеспечил относительно пропитание, отверз же для них двери недостойных. Теперь же, являя свое предведение, говорит и о имеющих случиться с ними опасностях, приготовляет их и к терпению. Ибо как невозможно, говорит овце, не терпеть чего-либо среди волков, так и вам среди иудеев. Впрочем, если и постраждете, не гневайтесь. Я хочу, чтобы вы были кротки, как овцы, и чтобы побеждали особенно сим образом. Желает, чтобы ученики его были и мудры, дабы из названия их овцами ты не заключил, что христиан должен быть простецом, говорит, что напротив, ему должно быть и мудрым, дабы знать, как надобно обращаться среди множества врагов. Как змей дает бить себя по всему телу, а голову прячет, так и христианин все свое имущество, даже самое тело, должен отдавать бьющим его, а голову, то есть Христа и веру в него, должен беречь. Равным образом, как змей скидывает с себя старую кожу, сжимаясь в какой-нибудь узкой скважине и проползая сквозь нее, так и мы должны совлекаться ветхого человека, идя честным путем. Но как змей вместе вреден и лукав, то Христос повелевает нам быть простыми, незлобивыми и безвредными, как голуби. Голуби обыкновенно тотчас возвращаются к своим хозяевам. И тогда, когда отнимают у них детей и отгоняют их, итак, будь мудр, как змея, чтобы не стали смеяться над тобою по твоему образу жизни, но и храни себя непорочным. Будь безвреден для других, будь незлобив, как голубь. И надо знать биологию, знать эту фауну. Я вот голубей держу, у меня 3 голубятни. О голубях я могу говорить. Знаю, что нет ни одной птицы, ну, по земле там говорить не надо, кошки бывает, хозяев находят. Ну, что она кошка? Это один случай где-то был в Америке или где. Вот. А голубь, это единственная птица, которая быстро передвигается, во-первых, а во-вторых, возвращается к хозяевам домой. Что у нее заложено? Птицы летят на север, на юг, в них заложено. А это возвращается к своему месту. И при том, в любой момент, когда бы то ни было, весной, летом, осенью, зимой, она летит именно по направлению к дому. Больше нет такого. Так и человек должен все время путь держать к Царству Небесному. Есть такой голубку, говорит, продали в Москве, один в Москве, в Японию. И с Японии прилетело, это рекорд уже поставлен. А так они вот тут тренируются, 1700 километров, Кемеровская область, и туда улетают, они выпускают, и чьи головы прилетят. А там на ногах метки, он залетает, когда отмечается, сигнал дает. И, ну, голубеводы этим занимаются. И тогда это вот знали. Они не знали этого, но это знали, что голубь возвращается домой. Вот Господь же дал это, и теперь это в пример.
Я спрашиваю, а в чем голубь? Ну, они кроткие. Кроткие-то кроткие, да. И у голубей не все хорошее. Они нечистоплотные. Там всегда грязь. Они за детьми не убирают. Он в собственных испражнениях, где ребенок, он так и вырастает, и засыхает, и делает. Второе, что если какой-то ослабел, они его додалбливают, до смерти задолбят. Они жестокие такие, просто жестокие. Это ни воробей не делает, ни скворец. И вот бывает ласточка, она сидит, околопавшая на дороге, и пытается оживить ее. Даже голуби очень жестокие. Это голубь мира, тут еще надо все разбирать. Я держу голубей уже 50 лет с лишним, я знаю их. Они только на гнезде крыльями могут ударить, клюнуть. А как только взял в руку, вот тут они кроткие, у тебя в руках. Не клюнет, глазу можешь подносить. Воробей будет клевать, ворона тебе глаз выклюет. Она обороняется, а голубь нет. Это надо знать, о чем речь идет. Именно о том, что он кроток, сожгли дом, хозяина нет, он над пепелищем еще летает сколько. У меня было, исчез голубь, нету, проходит несколько месяцев, и вдруг он возвращается. Далее. Матфея 10 глава 17-18 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Толкование. Вот что значит быть мудрым. Это значит быть осторожным и не возбуждать против нас, гонящего нас, но благоразумно устроять свои дела. Имущество ли захочет отнять у тебя гонитель? Почести ли потребует? Почести ли потребует? Дай, дабы он не имел никакого предлога вредить тебе. Потребует ли чего-либо другого, безвредного для твоей души? Не стой. Но если вздумает отнять у тебя веру, то береги эту свою голову и не щади для нее ничего. Простое толкование. Главное, что ты должен слышать голос Духа Божий, что в данный момент Господь тебе повелевает. Иногда требуется обличать, иногда просто свидетельствовать, а иногда молчать. А вот когда как вы знаете, никак. У меня было такое, подвели человека, он очень хороший, ну прям как стоял там, работал с инструментом. Ну расскажите ему о Господе, я не могу ни одного слова сказать. После так удивленное спрашивает, а почему ему ничего не сказали? Я не могу ответить. Просто уста закрыты и все. Я знаю, что этот человек хороший, но он о Христе не знает. Так он же не против был. Вы почему не сказали-то? Вы живете у нас, мы приводили даже таких людей, которые совсем негодные, другой нации, и вы им говорили. А это мне говорить, я не могу объяснить, мне это не дано. Потому что я молюсь, и я внутренне чувствую, можно говорить или нельзя. Надо знать, когда наступать, когда обороняться, а когда отступать. Военная стратегия. Так а что, учить надо, как отступать? О, еще как. Иначе Кутузов погубил бы армию, и все. И при том бестолку было. Надо знать, когда отступать. И отступать, просто рассчитывать надо это все. А как духовно понимать? Ну, везде надо наступать. Там, сребролюбие, на него наступать, на чрево. Но если это блуд, то есть увлекся женщиной или женщина-мужчиной, тут только отступать. Ни оборону держать нельзя, ничего. Только отступать. То есть беги, как от змея. Переехай в другое место. Скройся, не, чтобы адреса не было. Она будет преследовать, искать тебя. Вот это толкуют нам святые мужи веры. Дальше. Матфея 10 глава 19-20 стих. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Толкование. Чтобы не сказали, как мы можем при своей простоте убедить мудрых, велить быть смелыми и не беспокоиться. Когда намереваемся беседовать среди верных, в таком случае нужно нам наперед позаботиться и приготовиться к ответу, как внушает апостол Петр. Но в деле с неистовыми народами и царями Господь обещает собственную силу, дабы мы не боялись исповедовать веру – наше дело, а отвечать мудро – дар Божий. Это дар Божий. Ну и не так, что на спор дерзко. Один говорит, хочешь, чтобы на спор? Я сейчас зайду в трамвай и начну говорить о Боге.
ну, на спор и говорить, не знаю. Это на спор переплыть реку еще ты можешь. А здесь ты не должен знать. По дерзости все можно говорить. У меня опыт есть. Я говорю, опираясь на опыт. Я вхожу в камеру. Новый город. Я на пересылке. Новая тюрьма. Но тут я поступаю одинаково везде. Входясь в камеру, я сразу перекрестился. И говорю, мир дому сему, как меня Господь научил. Вся камера сразу мгновенно обращает взор. А дальше уже Бог умудрит, как сказать. Вот и все. 21-22 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Толкование. «Предсказат им, что будет некогда, дабы, когда сбудется, не смущались». Здесь показывают и силу проповеди, которую расположит верующих не обращать ради Христа внимания на саму природу, на родителей и детей. Таково истинное христианство. Наконец, Христос показывает и неистовство неверных. Они не пощадят даже своих домашних. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, потерпевший же до конца спасется». Сказано «всеми» вместо «многими». Ибо не все ненавидели их, но были и такие, которые принимали веру. Претерпевший же до конца, а не вначале только, получит жизнь вечную. И толковать что? Все подробно разъяснено. Надо стремиться. Определенная четкая цель. У людей бывает иногда так, что-то просят и сразу не дали. Ну и не давай тогда, не хочу. Совершенно негодно. У тебя цель была получить. А то начинает интонация, каким голосом разговариваешь. Ты забыл, зачем пришел. Поэтому тебе это и не надо, и не получишь ничего. Кротко, умильно, сложи руки, как просят. Посмотри, как на Востоке учат. Как они просители приходят, он склоняется. Вот фильм Иосиф показывает, он в плену, он берет подбородок палкой. Подними глаза, посмотреть надо. И вот и свирь замужем, порядок какой учит, не смотреть. Кротко стоит, взгляни, она взглянула, она трепещет вся. И она получает то, что положено. А гордому Бог противится, ему не устоять. А смиренному Бог дает благодать. Детей надо учить смирению, целомудрию, стыдливости. Смиренно-мудрие – это главное, основное качество, чего боится сатана. Терпеть не могу. Дерзко сказать там, это можно сделать. Такие жены. Поэтому они разведенки все. Да. Все. Дальше. Матфея 10, глава 23 стих. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилев, как приедет Сын Человеческий». Толкование. Слова относятся к событиям, имевшим последовать после Вознесения. Здесь же говорится о том, что должно было случиться прежде распятия. «Вы, говорит, будучи гонимы, не успеете обойти городов израильских, как я уже приду к вам. В случае же гонения велит им бегать, потому что явно бросаться в опасность быть причиной осуждения гонителей и вреда тем, которые могли бы получить пользу от проповеди, есть дело дьявольское. Что же касается до слов, когда приедет Сын Человеческий, то под ними, разумей, не второе пришествие, но тот приход и то утешение учеников, которое было еще до распятия. Ибо после того, как были посылаемы и кончали свою проповедь, они опять возвращались ко Христу и находились при нем. Ну, тут понятно, подражать надо. Подражать решительно. Я хочу поступать так, как поступали святые мужи веры. Матфея 10, глава 24-25 стих. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» Толкование. Здесь учит терпеть обиды. Ежели, говорит, я терпел, учитель и Господь, то тем более вы, ученики и рабы. Пока они ученики, они меньше учителей. Но когда они становятся лучше их,
то они уже не ученики. Так точно и раб, пока будет рабом, не может быть больше господина своего. Понятно. И опирайся на это, когда трудно, когда что-то необъяснимо. Ну, гнали, ну, за скорби получишь награду. Несправедливо обвиняют, получишь награду. Ты же ежедневно молишься, не веди в искушение. Когда спрашиваешь, и этого не знает. Искушение – это испытание, посылаемое Богом. А от Бога только два искушения. Два – это болезнь и гонение. Все остальное человек сам, увлекаясь похотью, взглядом, похоть очей, похоть житейская. Вот и все. Все. Дальше. По времени все уже. По времени все уже. Да? Все. Ну, слава Богу. Сегодня воскресенье, нам идти в храм. Посмотри. Я тут займусь. Вот, расскажу. Вот самое у нас вот из книг ценное. Это Новый Завет. Я его отдельно не думал издавать. А это был у нас такой Нафанаил Судников, иеромонах. И он посоветовал, дай Бог ему духовного спасения. Вот. Видишь как? Ну, Новый Завет с толкованием. Три книги с закладками. 240 иллюстраций Гюстава Доре, раскрашенные нами. 240. Вот. Это потратили мы очень много времени, несколько человек. Все книги сшиты, на мелованной бумаге показываются. Это вот фотография, а это на офсетной этика. И тут полностью вместе с откровением, толкованием. Такое издание вышло впервые за 2000 лет. Ни в Западной, ни в Восточной церкви нет этого. Блаженный Филофилак оканчивает откровением, дальше не идет. А Андрей Кесарик и Подокийский и другие толкуют, а теперь взято все вместе. Каждая книга 752 страницы с закладками. Подарены Путину, Медведеву, Лукашенко, Рамзану Кадырову. И 444 библиотеки ближнего и дальнего зарубежья. Это все бесплатно получили от нас. Мы положили это. Бог так расположил сердце. Я издатель. По ним я преподавал по толкованию блаженного Феофилакта много лет в университетах, в разных школах, милиции, в воинских частях, заводах, фабриках. Даже не выскажу, где приходилось. Вот. Это Господь так сделал. Я просто благодарен Богу за тот день, когда мне Господь в руки дал Библию. И дал не у православных, а тогда было объединено баптисты с пятидесятниками в Латвии после армии, когда мне было 23 года. Жизнь моя решительно изменилась. Бог дал мне обращение, как у Савла. Я готовился на страшные дела. Просто рассказываю, когда другим. Готовился быть террористом, отомстить коммунистам за поруганную мою родину, за все, что делают они. А Господь показал, ты будешь гонимый. А после пошли тюрьмы, лагерь, психиатрия 26 лет мучила, терзала, а потом злоупотребление советской психиатрии. Но я благодарен за все. Если бы не это, я бы здесь не был, и меня бы вообще не было. Бог рассмотрел и решил вот такого осла обуздать. Потому что я непокоривый, я иду своим путем, и он меня поставил на колени. Я встал, в один день у меня перерождение. В одну минуту произошло это перерождение. 27 сентября 62 года, 17:00. Какая-то нужда заставила, какая нужда? Я работаю на корабле, учусь в высшем мореходном училище. Мне такие знания Бог дает. Три курса за год сдать. По выбору комиссии на одном из иностранных языков. Немецкий, английский или французский. То есть я занимался на 7 языках в это время. И я понял, это ничего не дает, кроме гордости. Все забросил, связал учебники. Только сел и Библия. Библия. И Бог дал такую любовь к Библии, что я вот уже 51 год верующий. И никто не слыхал, что такая была любовь. Я забывал даже есть хлеб мой. Где бы ни был, у меня Библия, одна минута свободна, я ее считаю на разных языках. Это не буква, это не бумага, это голос с неба. Для меня вот так это как бы звучало. Поэтому моя задача людей приучить. Даже слова не то, а чтобы они вымолили у Бога любовь ко Христу и к Библии, Святой Библии. По-другому ее нельзя называть. Я отхожу совсем уже. Вот зашел мусульманин и спрашивает, а кто такой Мухаммад? Вот мой вопрос. Зачем тебе отвечать? На такой вопрос отвечать не буду. Я скажу, Христос Спаситель мира. Вот он. Умут Касымов.
Вот я ему сейчас и отвечу. Что мы не Мухаммада проповедуем, он мне зачем нужен? Да ну, Мухаммед. Да сколько их было разных людей-то за тысячи лет-то? Я о Христе говорю, нет другого имени под небом, и поэтому все остальное остается в стороне. Мне зачем биографии их изучать, Мухаммад? Мне он зачем нужен-то? Я христианин, Христос за меня умер, не Мухаммад, как говорил об этом Чингиз Айтматов в предисловии к роману «Плаха». Вот так. Вот одна только сейчас прислала. Дорогой Игнатий Тихонович, просматриваю ваши летние фото, прочитала объявление, план на 2014 год. Какие вы молодцы, у меня даже дух захватило, супер! Да благословит вас Господь и сделает прямым путь ваш. Видишь как? Вот только что, это утром я встал сейчас и разные сообщения. Но у меня тут трудно работает, потому что идет работа по ужатию многих роликов. Вот. Одной серебральной какой-то болезни, он не совсем с мозгами у ребенка был. А мы за него молились, она говорит, что ребенок выздоровел. Ну, а теперь, я говорю, хорошо, что сообщила, а то мы просим Господа за Лавру. Теперь будем благодарить Спасителя за такую великую милость к Лавру. То есть, если ты получил, благодари. Не получил, благодари. Вот. Вот он пишет этот, его фамилия, вот прямо пишет, сейчас, Юрий Соболев, я его не знаю, вообще он мне неизвестен, и говорит, мир вам, дорогой Игнатий Тихонович, узнал о вас и вашей общине от отца Андрея Кураева, который называл вас, в кавычках, самым выдающимся проповедником России. Он вообще высокого мнения о вас. Ну, правда, отец Андрей Кураев приезжал сюда, в Барнаул, мои книги брал. Был. Мы встречались так, ну, он многое не мог говорить, потому что он был в окружении православных священников. Как много открывает Господь наш Иисус Христос через ваши проповеди. В последнее время в семье большинство моих фраз начинается со слов «Лапкин в проповеди сказал» или «Лапкин пишет». Хочется встретиться с вами лично, услышать златоустые проповедь живьем. Но, увы, занятость пока не позволяет. Скажите, как можно посетить вашу общину, на каких условиях? Я преподаю философские дисциплины в университете, в том числе религиоведение, история религии. Очень помогают ваши лекции и книги в работе в полемике с сектантами. Игнатий Тихонович, как и где можно приобрести весь комплект ваших книг «Открытым оком»? Пересылка, оказия, какова стоимость книг? Спаси Христос, Игнатий Тихонович, с молитвой на вас, Юрий Соболев. Я отвечаю, здесь в моем мире и на нашем форуме начинаем выставлять материалы, фото и видео о нашей миссионерской поездке, материалы. Пока с книгами ознакомьтесь, здесь они все, книг 38, общая стоимость. В Красноярской краевой библиотеке, в Канске, других городах и райцентрах вашего края, и еще в 444 городах дальнего и ближнего зарубежья книги есть. Приехать можно. Но мне нужно точно быть уверенным, что вы, кто вы, не могли бы вы побывать в Абакане у отца Геннадия Фаста? А может быть, вы знаете его лично? Проповеди и видео есть в моем мире. Тут мне удобнее всего обращаться. Я кто просит книги, сначала прочитайте, а то вы просите, деньги заплатите, они, может, вам и не нужны. Но пока ни одного случая такого не было, чтобы он получил, человек раскаивался. Вот. Теперь моя задача ответить этому Мухаммеду. А Мухаммеду я отвечу просто местами Священного Писания. Я пишу «Игла», это Игнатий Лапкин, «Лел» с большой буквы. Это сокращенно так. Я специально книги кладу, чтобы, когда будем заниматься, чтобы показать людям наше сокровище. Вот. Господь благословил. Я вот издавал книги 9 лет. И за компьютером провел более 30 тысяч часов. Это, кажется, невозможно. Ну, показали, как включать. Хорошие у меня братья работают программистами. Что, где не так, они сделают. А теперь что? Вот этот вот поисковик библейский,
Многие пользуются. Я говорю, а кто его составил так умно? Ни одного еще я не встретил, кто бы знал. Ни одного. Ну, мне не встречались эти люди. Запомните это имя. Тимофей Ха. Ха. Он учился в Московском университете имени Ломоносова, вьетнамец. И он мало того составил, так еще и по соборам здесь, вселенским поместным-то. Молиться за него надо. Кто телефон изобрел мобильный, спрашиваю, никто не знает. Мартин Купер. Мы за него тоже молимся. Так облегчил нашу жизнь. Интернетом пользуемся. Кто изобрел? Не знают. Тим Бернерс-Ли. Тимофей. И там Тимофей, и здесь Тимофей, и Мартин. И мы каждый день за них молимся. Они большое дело сделали. Они страдали, мучились, говорят, головной болью. Как это лучше сделать-то? А люди теперь разные фейсбуки придумывают и миллионерами делаются. К слову сказать, лучше моего мира Mail.ru в системе нет. Это год назад она была такой. Даже сейчас ее там обкарнали, говорится, кургузой кастрированной системой сделали. Но и она все равно лучше других. Одновременно можно было одним щелчком на 10 тысяч человек послать послание. Но я думаю, запретили именно политики, потому что стали всякие нехорошие рисунки ставить, там пакости. И вот так как-то ограничили, по рукам связывают. Вот теперь я буду ему отвечать.